День с пометкой «Терсут» – плохой день. Неблагоприятно идти в послушники, слушать поучения, лекции, проводить обряд Далгэбаха, переезжать, менять место работы, принимать и отдавать невестку, проводить похороны. Если что-либо из этого списка нужно делать именно в этот день, то поправить можно, заказав Жанак Гагдок. День благоприятен для людей, родившихся в годы коровы, тигра и кролика. Хорошо в этот день начинать лечение, покупать лекарственные сборы, встретиться с любимым человеком, дарить подарки гостям, начинать путешествие, дальнюю поездку, покупать и продавать вещи, дарить подарки, а также проводить похороны и поминки. Неблагоприятен день для людей, родившихся в годы мыши и свиньи. В этот день не стоит приводить невестку, отдавать дочь невесты, заказывать и проводить обряд джинсрик. Стрижка волос к ухудшению облика, отправляться в дорогу очень хорошо к увеличению материального достатка.